Это будет финал Кубка мира среди юниоров. И я с удовольствием приглашаю на паркет пары под номерами 75. Александр Ковалев, Елизавета Борисова. Пара под номером 78. Александра Лейтланд, Елена Царева. Под номером 82. Артур Микрулов, Александра Корнилова. Пара номер 83. Арсений Мороз, Анастасия Захарова. Couple number 98. Ли Юченг, Ли Сиу. И пара номер 123. Богдан Чебурак, Александра Мартынюк. Вот такие великолепные пары. И первый танец финала. Ча-ча-ча. Thank you, Ross. Большое спасибо танцорам. Какая пара нравится вам больше всех? Я думаю, что во время следующего танца вам будет очень удобно хлопать в такт музыки, потому что второй танец этого финала – зажигательная самба. Thank you, Ross. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you, what more is you looking for? Under the sea, under the sea. Nobody feed us, fry us and eat us in fricassee. Under the sea, we're off the hook. We got no trouble. Life is a bubble. Under the sea, under the sea. Down here where the fish is happy, as out through the waves they roam. The fish on the land ain't happy, the seagulls are in the bowl. But this in the bowl is lucky, they're in for a worse of fate. One day when the boss gets hungry, guess who got me on the plate? Under feed us, fry us, and eat us in fricassee. We're what the land from the hook. Under the sea, we're off the hook. We got no trouble. Life is a bubble. Under the sea, under the sea. И ваши аплодисменты. В этом финале под номером 75 Александр и Елизавета. Представители России. Под номером 78 также представители России Александр и Елена. Следующие пары я представлю.
чуть-чуть попозже, а пока я прошу ребят подготовиться. Они уже поменяли настроение и готовы исполнить для нас третий танец финала. Румба. Thank you, Ross. Потрясающая румба и ваши аплодисменты, уважаемые зрители. Да какая пара победит? В этом финале представители России, пара номер 82, Артур и Александра. Наши гости из Украины, пара номер 83, Арсений и Анастасия. Потому как ребята готовятся, я думаю, что вы уже поняли, что следующий танец этого финала. Пасодобль. Thank you, Ross. Ваши бурные аплодисменты, уважаемые зрители. Великолепный пасодобль в исполнении финалистов Кубка мира в категории юниора 1. В этом финале наши гости из Китая, from China, couple number 98, Li and Xiu. И еще одна пара, которая представляет Украину, пара под номером 123, Богдан и Александра. Ну что же, остался всего один танец для того, чтобы пары могли как-то повлиять на мнение судей. И я думаю, что, уважаемые зрители, вы можете им в этом помочь. Давайте будем поддерживать танцоров. Заключительный танец финала. Джайв. Thank you, Ross.
Потрясающие финалы. Ваши аплодисменты, уважаемые зрители. Большое спасибо судьям. Thank you, judges. Огромное спасибо парам. Thank you, couples. Вы танцевали великолепно. Пожелаем этим парам удачи. И пусть победит сегодня сильнейший.